Давайте доставим сигары в безопасное место. Следите за дорогой, тут повсюду копы. Давайте скорее сматываться. Топ, педаль в пол. Дорога перекрыта. Найди другую. Если нас засекут, начнется жара. И тут перекрыто. Сворачивай, Томми! И тут перекрыто. Сворачивай, Томми! Кто-нибудь видел грузовик? На идете сообщите. Они сюда пригнали. Надо ехать по другой дороге. Снова заграждение! Давай в объезд! Thank you.
Кажется, мы оторвались. Да, надеюсь. Ты заблудился на складе, что ли? Мы чуть было не уехали. Да там реально лабиринт. Что с тобой сегодня? Я чудом ящики нашел. Другой раз для такого дела нам нужен будет план получше. Получше? Стекляшки-то мы нашли, так? Да, но в другой раз. Что в другой раз? Согласовать все с тобой? Ведь ты у нас такой спец по планам. Парни, я тут машину вести пытаюсь. Давайте доберемся до склада без копов на хвосте, ладно? Ладно. Алмазы у нас, босс будет доволен. И сейчас это самое главное. Надеюсь, эти камушки величиной с отель Риц. После таких-то трудов. Хочешь, что ли? Эй, Полли! Ты жив? Да. Пару ящиков они изрешетили в хлам. И что, сильно? Этот сильнее всех. Эх, выглядит не очень. Да он придет в бешенство, если товар будет испорчен. Ни хрена себе. Черт. Наркота. Уверен? Да, уверен. А где алмазы? Их тут нет. Это и есть товар. Нет. Дон сказал, мы идем за алмазами. Можешь открыть любой ящик, алмазов нет. То есть мы рисковали жизнями ради этого говна? Похоже, да. Тебе лучше остыть, Поле. Дон сейчас будет здесь. Сука. Мы не скажем Дону ни слова об этом. Если бы он хотел, чтобы мы знали, рассказал бы нам. Он должен, Дон. Да. Но сейчас мы все будем помалкивать. Ясно? Да. Полезно? Да. Да, я буду молчать. Как прошло, парни? Один ящик потрепался, вот и все. Этот? Ну, не так страшно. Какие-то сигары, может, испорчены, но все остальное в порядке, босс. А вообще, алмазы ведь самая твердая вещь на свете. После моего члена, конечно. Что ж, браво, парни, браво. Вы заслужили хорошую надбавку.
Нужно выгрузить ящики на склад? Нет, лучше отдохните. Товаром займутся эти придурки. Точно? Повторить? Ладно, босс. Мы пойдем. Сэм, подбрось меня к бару. Конечно. Вы с нами? Не, мы на поезде. Ладно. До скорого. Твою ж мать! С меня уже хватит, Томми! Если б нас повязали с дурью, мы бы сдохли в тюряге! Да, и что ты предлагаешь? Я уже говорил. Банк? Да. Насрать, что думает Сэм. Я этот куш не упущу. Сколько там, по-твоему? Ты в деле? Просто спросил. Я знал, что ты не подведешь. Так что за банк? Гранд Империал. Между Норд-Парк и Центральной. Да, я там был не так давно. Охрана в банке никакая. Удобно сваливать. И кассиры вообще не похожи на героя. Но один я никак. Не знаю. Как-то мне не хочется таскать для Дона наркоту из Камеруна. Я ведь даже не в доле. И вообще, я больше не хочу попадать в такое положение. Какая улица? Стоять на коленях и смотреть, как чья-то несчастная девка сгорает заживо. Оказалось, не в то время, не в том месте. Просто не повезло. Похоже, с нами иначе не бывает. Давай. Говорю тебе, Том, план идеальный. Я же все продумал. Я бы не звал тебя с собой, если бы не знал, что у нас все выгорит. Увидим. Пока я сам все не осмотрю, ничего не обещаю. Если я сяду, Сара меня бросит. У тебя есть семья, Том. Это я понимаю. Представь, как вы сможете развернуться. Осторожнее. Приятель, ты лезешь в воду, не зная броду. Я не могу понять женатого парня с ребенком. Но я хочу все изменить. Кто за меня пойдет? Мне почти 40 лет, а за душой только пара сроков. Но если выгорит, у меня наконец-то появятся бабки. Устроюсь. Ты не создан для домашней жизни, Поле. Поверь, проведешь так полгода и застрелишься от скуки. Черт. Да я сейчас готов застрелиться. Мы по полгода только и делаем, что играем в карты и пинаем хер. Я расслабляюсь. Тут вдруг что-то случается, и нужно собраться, иначе забочь. Я пытаюсь не уснуть, пока Дон рассказывает мне очередную байку, которую я слышал раз 100, а на завтра я уже под пулем. Стараюсь не насрать штаны. Я так устал от этого, Томми. Так ты мечтаешь начать новую жизнь? Знаю, мечта дурака. Каждый мелкий воришка спит и видит, как бы срубить куш и завязать. Если у нас выйдет. Как знать. Может быть, я открою небольшую уютную пиццерию. Ну, как тебе мой план? Неплохо. Если сделаем это, будем ждать, пока все не утихнет. А-а-а, ты уже втянулся, брат. Как знать.
Ну, план прежний. Да, как договаривались. Толпу я беру на себя, на тебе менеджер. Если угрозы не сработают, делай, что необходимо. У него ключи от хранилища. Сколько у нас времени, если сигнализация сработает? У нас до приезда полиции есть минут 5. Может, чуть больше. А если все накроется? Я ни хера не шучу, Том. Если услышишь выстрелы, сразу же не выбегай. Без бабок я отсюда живым не уйду. Работаем? Работаем. Всем же валять на пол! На пол, мать вашу! Но не вы, дамы! Стойте так, чтобы мы вами любовались! Дернется, получит пулю! Найди менеджера! Я что сказал? Всем лежать! Если кто шевельнется, начну стрелять! Пожалуйста, отпустите нас! Мы ведь все хотим вернуться домой, чтобы общать своих детей! Погнали! Да? Со мной! В хранилище! Сделай все, что скажете! Обойдемся без шага! Все меня поняли! Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, что останешься ты жив, если не будешь дурить. Сколько там охранников? Нет. Один. Нет. Он будет стрелять? Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Вам это с рук не зайдет. Вы пожалеете. Да ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, ты... держи руки да так, чтобы ты... я их видел. Вижу. И охраннику прикажи. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Убейте его, парни! Стреляйте! Он там! Занимаю укрытие! Ищи позицию получше! Ключ от хранилища на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать. Пора валить.
Томми! Куда теперь? Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Еще чуть-чуть. Мы почти сделали это. Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да. За старые добрые. Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях. Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да, ладно. Удачи. До завтра, друг. Смотрите-ка, явление Христа народу. Я уж думала звонить гробовщику. Извини, просто полночи не мог заснуть. Я тоже, ведь ты всю ночь ворочался в кровати. Ну, что натворил?
Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газету. А что, если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Вроде того. Собирай вещи. Заскочу к Поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с Поле вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь. Даже просто стой на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. С Поле все нормально, не волнуйся. Ну, значит, скоро увидимся. В этом районе невозможно жить уже. Что случилось с дверью? А кто его знает? Необычно, что творилось прошлой ночью. Не, я работал в ночную смену. Парень из квартиры надо мной опять буянил. Оли! Поле. Черт.
Сэм? Это я. Я Том. Где Полли? Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт! Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать! Парни, вы же мне сто раз жизнь спасали! О чем предупредить, Сэм? Сальери! Он знает про ограбление банка! Ты в дерьме, Том! Тебе нужно исчезнуть! Ладно. Так, ладно. Мне нужны деньги, чтобы забрать семью и свалить. Поможешь? Да, конечно, друг. Мне заехать к Полли? Нет. Нет, сюда нельзя. Встретимся в городской галерее. Да, хорошо. Только не светись, Том. Увидимся. И... спасибо, Сэм. Я всегда возвращаю долги, Том. Ты же знаешь. Оли, мне пора, прости. Я вызову полицию. Что-то здесь не так. Ходят слухи, там кто-то стрелял. Все просто. Дырки можно заткнуть картоном. До первого. Стоять, Томми. Черт. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Вынуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Поли забрать. Вот твоя доля. Ты заслуживаешь меньшего. Ты его убил. Ты убил Поли. Нет, друг. Поли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят. И я нашел целый мешок налички. Дон знает про Фрэнка, Том. И про шлюху. Про шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правила. Все это печально. Дон Сальери, конечно, очень тебя любил.
Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что делаешь это из верности? Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучайте его. Он все же мой друг. Все сюда, живо! Отхожу в укрытие! Кидай коктейль! Сейчас согреется! Ugh.
ваша милость! Вижу его! Заходи сбоку! Дерьмо! Уважаешь Дона, смирись со своим приговором! Лови! Пошел нахер! Ты бы сделал то же самое, Том! Черт, да я знаю, что ты уже это делал! Плохи дела, парни! Мочите его уже! Что, никого не осталось? Это еще не все! Отхожу в укрытие! Нужно перезарядить! Сальери нас обманывал! Тебя? Может быть. А я стараюсь действовать с умом. Метки, Том! Но за бабки от наркоты можно нанять громил! Парни, валите его! Собакам. Вали отсюда!
Я видел, как ты меняешься. Но выйти из нее можно только ногами вперед. И я тебе это устрою. Где бы ты ни скрылся, Сальери тебя найдет. Нельзя так просто порвать наши жизни. Ты с нами до конца своих дней. Я рад, что ты смог пожить еще немного. Черт. В этот раз никто не отвезет тебя к врачу, Сэм. Меня ты убьешь, Адон? Он же будет вечно тебя искать. Отпусти меня. И я скажу Сальери, что ты мертв. И ты исчезнешь. Как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно? Что с ним случилось? Он скрывался в Европе. Но вдруг этот идиот начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. И Сальери послал команду. А его семья? Правда? Этот голосок в твоей голове, наверное, звучит как голос дочери или Сары. Он запрещает тебе выстрелить. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. Мы классно отрывались, скажи. Помнишь? Как-то я, ты и Полли мы... Я понимаю твое положение, Том, и хочу помочь твоей семье. Но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Вини, может быть, даже отцу Сары. И по правде, я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно. Но вы должны... увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, 4 сына. Рыжики-близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет.
Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле не важно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Томми. Сальери — самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Когда-то давно, в другой жизни, кое-кто сказал мне, что семья – это слабое место мужчины, его уязвимость. Думаю, он был прав. Ведь все, что я не делал, хорошее, плохое, все ради семьи. Я предал людей, которых считал друзьями. И взял нелегкие обязательства. Целых 8 лет я провел один. Нет! Пытаясь найти себя. Но я смог вернуться домой. Надежным мужем. Хорошим отцом и человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья – это огромная слабость, но еще это огромная сила. Ради нее мы встаем по утрам, стремимся к своей мечте, пусть даже она кажется недостижимой. Семья не дает нам упасть, когда у нас уже нет сил идти. Мистер Анджело? Да. Мистер Сальери передает привет. Томми! Он тебе вас не тронут. Папочка! Теперь они вас не тронут. Помните, деньги, работа и даже друзья – все временно. Но семья… Семья – это навсегда. Thank you.
Thank you.